Та й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Браво! Так щодо крил, з чого ваші крила? Хочу це запитати у нашої чарівної гості, заслуженої артистки України, солістки Одеської опери, доцента Одеської національної музичної академії імені Неждянової Віри Ревенко. Крила! Дорогой мой Богданчик, мої крила народилися ще в далекому дитинстві. Все знают, что я родилась в Одессе, в самом центре, напротив оперного театра. И вот эти крылья творчества, натхнення. Я мешаю языки и мовы, але тогда... Вот это мои родители, моя семья, мои дороги, мои люди. Сам воздух. Люди, которые всегда встречались мне. Мне Бог посылал, вот верите, я себя считаю очень счастливым человеком, потому что Бог всегда мне посылал очень хороших людей. И вот это и есть мои крылья жизни, мое желание жить, мое желание дарить добро людям. И, в общем-то, в такому вот хорошем состоянии души я и нахожусь. Ось зараз ми дамо в ефір ось цю чорно-білу фотографію, а ви вже прокоментуйте. Ну, вот так. Это очень... Это самый тяжелый момент моей жизни, потому что вот эта моя красавица-мама, такая польская пани, Ольга Ивановна, она очень рано ушла. И 2009 год, конечно, был самый сложный в моей жизни. Вот ну, але вона встигла вас побачити в розквіті вашого таланту, слави, краси, да, поклоніння. Мама була просто ангелом-хранителем, ви знаєте, і вона настільки була скромним чоловіком, ніколи не говорила о том, как она меня любит, как она... Вот все она держала в душе, и сегодня где-то я очень сожалею о том, что мы мало с ней говорили, именно вот о таких вот наших чувствах, потому что с ее уходом я действительно поняла вообще, кем была для меня моя мама, и у меня остался отец, который тоже очень много сделал для меня, именно для творческого развития. Он знал всех артистов, он их всех любил, приглашал в дом. И, в общем-то, у меня была такая вот семья, прекрасная моя бабушка, которую меня растили. Следующим ужасным уходом просто... трагедией моей жизни, конечно, была моя Наталья Федоровна Войцеховская, профессор, моя вторая мама. Потому что, вы понимаете, раньше отношения студентов и педагогов, они очень сильно отличались от нынешних. Вот это две такие родные мамы, но не могу не сказать еще об одной великой женщине, с которой все началось, в принципе, которая первая указала мне путь в консерваторию, это Галина Анатольевна Поливанова. Она меня услышала, боже мой, она меня знает с 6 лет.
И представляете, и как-то вот на ее глазах я росла, она дружила с моими родителями, она приходила к нам в дом, и они ее обожали, ее творчество. И вот Галина Анатольевна до сих пор, уже после того, как ушла Наталья Федоровна, я ее считаю своим творческим руководителем. И, несомненно, это великий человек во всех отношениях. Галина Анатольевна тут молода, красива. Она и зараз молода, и красива. Ну, тут ще молодше. То я це мав на увазі. Тетяна, Неда, Земфіра, Йоланта, Катерина, Оксана. Що далі? Хто далі? Скажіть, вам не тісно в рамках цього репертуару? Про що мрієте, що хотіли б заспівати? Є такі партії, але вони ще не є в вашому репертуарі. Да, есть еще очень много партий. Вы понимаете, так получилось у меня в жизни, что я на фоне оперного театра очень много концертирую и даю сольных концертов. Это, в принципе, все знают. Немногие с этим согласны. Но я объездила, с гордостью могу сказать, почти всю Украину. И была в таких местах, где мне было просто очень жаль наших простых людей, которые достаточно печально сегодня живут. Но они получали такое... Они мне отдавали такую благодарность за те концерты, которые я там давала им, и что, в общем-то, это дорогого стоит. И вы знаете, в них, я ж теж знаю село, и в них это залишиться назавжди. Назавжди. Оце память про цей концерт, так. Про зустріч такою красивою артисткою, як вони, знаєте, завжди кажуть, артистка, це така була красива, і так уже співала, що це до них насправді на все життя. Да, и вы знаете, и всегда холодно, вы же знаете, так, всегда в клубах холодно, но я всегда меняю наряды, всегда выхожу раздетая, потому что и в этом есть уважение к этим простым людям, которые, в общем-то, дают нам поесть, мы благодаря им живем, и их нужно уважать, ценить, и, в общем-то, мне просто жалко, что они живут сегодня в таких ужасных условиях. Скажите мне, Віро, артисти, особливо на театре, співатці теж, потрібні якісь тили в театрі. Дуже важко вижити в театрі, коли немає міцних тилів. Вас хтось вів по життю творчому, допомагав, як то кажуть, підштовхував на сцену добрими руками. В начале моей карьеры, несомненно, я уже в начале нашей передачи сказала о том, что мне встречались хорошие люди, и, конечно, главным человеком своей творческой жизни и такого пути, который меня подталкивал только на самое лучшее, это был Николай Леонидович Огренич. Это, ну, о нем можно очень много говорить, его все знают. Его потрясающий голос, его тембр голоса. Вообще, какой это был скромный, порядочный, честный человек. И как он искренне относился. Он безумно любил своих студентов, свою семью. Но он вообще любил жизнь. Понимаете, вот эта светлость, вот сын украинского народа во всей его красе. У мене був такий проєкт раніше із альбому «Посміхнеться ніжно молодість», і перший гість цієї програми був саме Микола Леонідович Огренич. А потім... юмор який! Щодо сім'ї, чоловіка, домашнього тепла, чи можна сказати так? Я попелюшка, яка потрапила на бал. Я теж не... Богдан. Ну... Мабуть, що так. Я не знаю, наскільки я попелюшка і потрапила на бал, але я можу сказати, що мій чоловік – це найкраща людина у світі. Найкраща. Це Василь Васильевич Рівенко. Творческий человек, который прошел очень большой жизненный путь, начиная с ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова в Германии, в Венгрии. И потом все знают, что он был директором филармонии. Вообще, вы же понимаете, когда два творческих человека живут в одном доме, и при этом имеют совместный, ну, мы считаем, конечно, уже прожив почти 30 лет, что это совместные уже трое детей, то это выжить в этой ситуации и сохранить себя и отношения,
Это очень сложно. И я благодарна Богу за то, что я познала эту любовь, познала этого человека, и я горжусь тем, что он у меня есть. Да. Василь Ревенко, соліст військового ансамблю. Тепер хочу вас повернути до того запитання, яке ви трошки торкнулися вище. Студенти ваших років і студенти вже ваші, тому що ви доцент консерваторії, буду так казати, да. по-старому. Да. Відрізняються дуже? В який бік? Краще, гірше? Чи вони просто зовсім інші? Вы понимаете, мы когда приходили в консерваторию, для нас наш педагог – это Бог, святыня. Это, ну, это было все. Это педагог знал про все твои семейные дела, личные, там, я не знаю, здоровье, все. Но и отношение к педагогу – это было, ну, уникальное. Просто уникальное. Сегодня, в наше время, подумать о том, что можно вот так вот просто раз сказать, мне не нравится у вас учиться, я пойду к другому. Это было практически невозможно. И никому... такого, мабуть, и не было. Практически нет, да, практично не было. Но сегодня с легкостью, просто даже не глядя, могут просто развернуться и уйти. Ничего не объясняя. Не думаючи, який біль Нет. завдають но, педагогу. Но вы же знаете, что жизнь – это такой очень сильный бумеранг. Как ты к ней, так и так. она. Тем более, это тонкости нашей профессии и все-таки человечность какая-то, доброта, порядочность, она вечна. Я так дивлюся на ваши світлини и на вас, и думаю, при такій красі, скажите, вам не важко... Оця краса вам не заважає іноді? Я розумію, що для глядачів це великий подарунок – дивитися на сцену, бачити красиву жінку. Але ж ви працюєте не в вакуумі, ви працюєте в колективі. Да, я работаю в коллективе, очень сложно, все знают, что оперный театр – это як достаточно, да, любой, в принципе, да, любой театр. Но я не конфликтный человек. Угу. И, в общем-то, я всегда всем говорю, у меня нет врагов. Есть люди, которые не любят меня, не воспринимают, не хотят, там, завидуют, я не знаю. Но, в принципе, у меня всегда огромное пожелание всем женщинам, артисткам. Живите с миром, добром. Ось зараз я перебью вас, Віра. Это наш а любить главный... вас головний дирижер? О, так, это сложный вопрос. Наш главный дирижер, он очень серьезный музыкант, очень серьезный, и, в общем-то, получить у него признание достаточно сложно. Нелегко? Очень нелегко. Ну, и здесь одной красивой внешности, не... хотя он мне сказал, я вас очень уважаю за то, что вы так выглядите. Ну, это же справді подвиг. Слушайте, мати таку блискучу фігуру, таке да, обличчя, да. таку красу, а і зараз тут мені точно не повірять. А ви вже скажіть, хто цей чоловік в вашому житті? Это главное. Человек в моей жизни после моего мужа или перед мужем, не знаю. Это мой сын, мой любимый сын Виталий Ревенко. Он моряк. Вот он только 2 дня назад пришел с рейса, и уже в понедельник, то есть с завтрашнего дня идет... Він пишається мамою? Да. А я думаю, мабуть, його всі колеги по роботі не вірять, що, що може бути така мама. Ні, а всі його колеги по роботі – мої дуже близькі друзі, кстати. Слухайте, у вас що, немає ніяких слабкостей? Все у мене є. Вас... Чим грішите? Я очень доверчивая. Наивная была и доверчивая, як мала дитина. Вот это самое страшное, что было в моей жизни. А які маєте хобі, захоплення, окрім, звичайно, хата, консерваторія, театр, ну, я не знаю, солярії? Да. Нет, чи, нет, ні, нет. Ні. Нет, это нет. Я очень шопінги. Я вкусна. Ага. Очень готовлю и безумно вкусно пеку торты. Это все знают и в театре, и дома. Мабуть, да? Никогда их не ел. Ну, это правда, это все знают. Я якось дивився вашу передачу, ви були теж дуже цікава, красива, і така захоплена розмова була, і ви сказали, що в найважчих випадках ви включаєте, чи ви пам'ятаєте, чи ні, я пам'ятаю ваш вислів, я тоді підключаю важку артилерію. Вишка, это мой муж? Так. Конечно, да.
Да, ну я действительно не конфликтный человек, и я не люблю ругаться, но бывают ситуации, когда ну уже совсем, совсем хотят меня уничтожить, но это несправедливо и нечестно, потому что я люблю работу свою, я честно отношусь к этому всему. У меня был сложный период времени, как бывает у всех, когда была одна потеря за другой, и, конечно, может быть, в чем-то я была не в такой прекрасной форме там или что-то, но это нормально для человека, который так много страдает. И, конечно, тогда включился мой муж. Он вообще включается всегда. Организатор всех моих концертов, всех моих проектов. И если я его о чем-то прошу, он долго говорит «нет», но если он уже сказал «да», то это состоится на самом высоком уровне. Вы знаете, я так слухаю, забыл совсем про то, что треба дати в эфир ваш спів. Вот это, кстати, один из концертов. То есть здесь я ему пою что-то моё. Ну, что-то гарное. Кохание, коханный, кохание. Ну, а зараз мы послухаем вас в эфире и подаруем цей спів и нашим телеглядачам. А зараз, знаєте, яке в мене виникло запитання? А чи буваєте ви важкою артилерією для свого Василя? Я, так. Да. Угу. Не будемо розвивати цю тему. Ні, я його захищаю завжди. Угу. Взагалі, ви розумієте, Вася, він дуже хороший, він такий улыбається, він всіх, але прожити з ним взагалі нелегко. Это я скажу при всем том, что он такой замечательный. Mm-hmm. Потому что, ну, во-первых, он рыбак-охотник. Это все знают. В принципе, я считаю, что... Вот, пожалуйста, на экране вот эти гуси, утки. Это ж все никто не разделывает, кроме меня. Вот он принес, бросил, и все. И все должно быть почищено. Это все не так просто для артистки. Понимаете? Вот это вот вы сейчас покажете. Вот это рыба. І ви це все на ваші руки все бідні, я, да? Все я, да. Ну що ви з нею робите? Роздаєте? А много роздаю, много. А остальное ділю, складываю по полочкам в морозильную камеру, поэтому у меня всегда, приходите ко мне в гости, у меня всегда есть что покушать. Дякуємо. Скажіть, маю традиційне запитання до вас. Як правило, даю всім гостям, які мають відношення до опери. Часто говорять про кризу жанру, навіть про загибель жанру. І про це говорили такі великі музиканти, як Гяура, Мілена Френі, Тімір Канов. На вашу думку, чому зараз все ж таки переважає режисер і не диригент в постановках оперних? Ну, не всегда так. Не завжди, нет, так? Нет. Вы понимаете, вот кто посещал вот последнюю постановку «Кармен», в общем-то, «Кармен» сегодня собирает аншлаги постоянно, угу. На каждом спектакле, то особенно, когда дирижирует наш главный дирижер, стоит за пультом, это, угу. Это высочайшего уровня спектакль. Повірте мені. Ну, бачите, тому що диригент – головна дієва особа у виставі. Гастролі, конкурси і зарубіжні якісь, я не знаю, може, місії, да. В вашому, да, житті. Да. Я дуже часто їжджу в Румунію, пою «Сільську честь», паяці там. Мене там дуже люблять. У мене є своя публіка, яка мене часто там ждет.
И сижу в международных конкурсах вокалистов в Италии, да, в Чехословакии. Вот сейчас я в марте уезжаю в Варну. В общем, мне достаточно, у меня достаточно творчески. Очень много концертов у меня с Иваном Викторовичем Пономаренко, солистом Киевской национальной. Так, есть, мы зараз покажем. Але перед цим хочу показати фотографію з артистом. С Павлом Ермоленко. Да, это мой всю жизнь любовник так. На сцене. А это мы, кстати, фотография, мы сейчас пели дуэт Сильвы Эдвина на юбилее Демской. А, вы співаєте і оперету, так? Оперету завжди. Ну, у вас свідання є для цього, завжди, звичайно. Да. Скажіть, а що ви співаєте за кордоном? Скажімо, і коли ви запрошують співати виставу? Які партії? Партії, от я... Сопрано, так? Сопрано, да. Угу. Паяци, что я сказала, паяца, сельская честь, это обязательно. Сантуца, да, Инетта. Да. Теперь про Китай хочу вас запитати. Что вы там робили? Я там преподавала целый год. Это не важко там было жить? Очень было тяжело, хотя бы потому, что я как раз попала в город, где я практически... Да, я была одна русская. А як ви? Був у вас перекладач? У мене була переводчиця зі мною працювала, да. І, в общем-то, я була совершенно одна. Я дружила тільки з американською сім'єю, тому що з ними я могла общатися немножко на англійському язикі. І все. І це було ужасно. А повне одиночество. Ну, там дуже тяжелий робочий графік. Там займаєшся з 10 до часу, і потім з 3 до 6. Така патогінна система, да? Скажіть, Сергій, а китайці, який вони народ? Одна справа, коли їх тут кілька чоловік, це одне, а коли там всі китайці? Ви розумієте, коли я працювала, це було в 2001 році, то ті китайці, які тоді були, це... Прекрасные были люди, прекрасные, добрейшие души, и принимали, и это вот. Сейчас они несколько изменились, и я смотрю по нашей консерватории, это немножко уже другие совсем. Так, китайцы. А вот вся фотография, я видно, что в величезной кількості их, и впізнав тут прекрасного тенора Михайла Мунтяну. Да, он приезжал к нам в театр, и как раз я молодая солистка, то я, по-моему, это был второй или третий спектакль «Паяц», и мне пощастило так вот спеть с таким великим мастером сцены. Вера, та хочется про все вас розпитати, и мушу швиденько. Скажите, с кем вы готуете концертный репертуар? Концертный, в основном, я работаю, конечно же, с Иваном Викторовичем Пономаренко. Много лет я выезжала с зараз Киевской... Зараз я даже нашел фотографию Пономаренко, он же начинал в Одессе. А вот мы он тоже. Помнитаем. Зараз. Да, это Евгений Онегин. Это прекрасный спевак. Прекрасный человек. И прекрасный. И людина хорошая, так? Ну, для меня хороший. Но он такой человек. А талановитые люди не могут быть просто простыми. Да, много лет, конечно, я пою с с Ермоленко Павлом Васильевичем. Угу. А сейчас я очень много пою с нашими молодыми солистами. Мне так это нравится. А они меня так любят. Концертмейстер кто ваш? Концертмейстер у нас много лет в театре был Валентин Платов. К сожалению, он не работает сейчас в театре. Это был просто гениальный человек, угу. Скромнейшей души. Ну, это замечательный человек. А сейчас я работаю в основном с Ларисой Денисовой Короленко. Вера, скажите, вот уже для концерта вы выбираете, что вам хочется. В театре те, что дадут? В театре, да. А концерты я строю обычно... Вы же знаете, какое сейчас сложное время. Провести концерт очень сложно. Нужны деньги. Да. Организация, гроши, деньги. Да. Деньги дают спонсоры. Спонсоры, к сожалению, не хотят слушать постоянно долго оперный репертуар. Mm-hmm. И поэтому первое отделение я всегда делаю только классическую музыку и оперный репертуар. А второе отделение я позволяю петь себе романсы, украинские песни, которые я обожаю, цыганские песни, ну, в таком, в классическом смысле. Выконание. Выконание, да. И, в общем-то, там программу выбираю я. У меня в этом году юбилей, и я собираюсь делать
в театре будет спектакль, а на другой площадке все-таки будет концерт. Концерт. Я молодець, молодець, що ви вмієте так розподілити і сили, і для публіки різно. Да, но в этом году я приглашаю своих друзей, солистов из Румынии. Вот я хочу немножечко удивить одесскую публику. Вот. Я дивлюся, що ви багато співаєте в українських операх і завжди в вашому репертуарі українські пісні. Да. І тепер таке запитання. Чому таке дещо зневажливе? Це, може, риторично. Ви можете не розвивати цю тему, це вже моє на правах ведучого. Десь зневажливе ставлення до української опери. Катерина раз в рік на 9 березня. Десь інколи, я навіть не знаю, чи зараз іде Запорожець за Дунаєм. А мають... І не знають, може, і театрниці знають, що ця опера йшла в Маріїнському театрі довгі роки, Запорожець Дунай, потім в Великому театрі Союзу РСР, а тоді ще Російської імперії. Що є такі опери, як «Ніжність» Губеренка, що є повернення Батерфляя, що є Тарас Бульба, Хмельницький, Мелана. Її можна переробити дещо лібретто, але музика прекрасна. Музика прекрасна. Кстати, перший спектакль, який я, перша партія моя в оперному театрі була Катерина, і це самая любимая моя партія. І не знаю, Запорожець за Дунаєм собирает аншлаг. Особенно у нас покойный Давид Осипович Сепетинер, наш прекрасный дирижер, он открыл купюры и идет очень много там... То, что раньше скорочивали. Да-да-да, украинский этот танец, гопак. Это же у нас балет потрясающий сегодня. Балет просто мирового уровня. Они... То, что они показывают и могут, это, о, це это сельская це? Честь, молитва. Сантуца. Я обожаю эту партию. От я на вас дивлюсь и думаю, что жінки, які дивляться нашу програму, не простять мені, якщо я не запитаю, а де ви берете таку величезну кількість красивих, яскравих і дуже зі смаком зроблених костюмів? Ну... Я вам скажу честно. Пускаете в хит вашу артиллерию? Нет. Вася вообще к этому не имеет никакого отношения. Просто у меня есть определенный дар к этому, честное слово. И я многие, практически все костюмы придумываю сама. У меня есть портниха, которая мне помогает в этом. И мы создаем... шедевры. Вы не хотите сделать какой-то свой фирменный магазин или фирменное ателье? Віри Ревенко. Ви знаєте, у мене є дуже така торгова жилка. Вот если, несмотря на то, что я оперная певица, потому что вот если прилавок продается там колбаса, неважно что, только я подошла, за мной сразу становится очередь. Поэтому, наверное, мне, может быть, на старости лет открою. За що ви любите Одесу? Одним реченням скажіть. Так ніжно. Ви коли не даєте інтерв'ю чи в якійсь передачі, завжди говорите насамперед про Одесу. А тут ми завершуємо цим питанням. Вона така зараз обдерта, така нещасна. Одеса? Одеса. Одеса не може бути нещасною, Богдан. Одесса дала миру самых лучших людей, самых талантливых людей. И даже если люди из районов приезжали в Одессу, они в Одессе становились теми, кем они становились и о ком мы знаем. Поэтому Одессу не любить нельзя. Жизнь не встает.